выступления на концерте весьма разнообразные. Это и таежная романтика первостроительства, и веселое народное гуляние, и события Великой Отечественной войны. Лирические вальсы и элегии периодически сменялись бравурными песнями. Мое счастье где-то недалечко. Музыкантами стояла непростая задача – воплотить дух целой эпохи в одном небольшом концерте. Ведь 20 век для большинства собравшихся полон личными воспоминаниями и впечатлениями. Программа, да, вот так ее назвали «Мой 20 век». Настолько нам было сложно, потому что море материала достойного, талантливого, любимого нашими исполнителями. Поэтому надо было отобрать, конечно, самое-самое. Вот я уже сказала о том, что выбор этот был субъективен во многом, потому что брали то, что близко к сердцу, то, что дорого. И вот именно поэтому я надеюсь, что программа получилась искренней, такой непосредственной, и как-то это нашло отклик у слушателей. И действительно, аудитория не осталась равнодушной. Зрители завороженно вслушивались в голоса певцов и мелодии музыкантов, а после каждой композиции поддерживали их бурными аплодисментами. Подобраны песни все не просто так. То есть на концерте можно было и погрустить, и повеселиться, и насладиться их голосами. Очень приятно, что этот проект продолжается, и я вот с удовольствием бы еще раз сходил на них. Хочется пожелать им дальнейших успехов на наших площадках. Яна Романова, Евгений Крицких. Новости сейчас.